В воскресенье в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода. Осадки не прогнозируются. Температура днем плюс 25, плюс 28. Ночью 14-17, выше 0. В Сызрани ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Тольятти ясно. Температура воздуха днем плюс 27, ночью 17 градусов, выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясный день, днем плюс 26 градусов, ночью плюс 14, ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 41%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.